Здравствуйте. Хочу поделиться нашими успехами. Почти 2 недели назад у нас прошел первый сеанс с Давидом. За это время у нас произошло много чего хорошего. Вот, например, в садике его стали хвалить. В последнее время сказали, что он ведет себя хорошо, мало капризничает, к деткам стал относиться лучше, уже их не бьет. Также он привередлив к еде, но сейчас он стал проявлять интерес к еде, ему стало интересно пробовать что-то новое. Он, конечно, может выплюнуть, если ему не понравится, но все равно он пробует. Собаку нашу стал замечать, там может за хвост ее дернуть, за ухо, но все равно замечает ее, не как раньше. Раньше он вообще относился к ней как к пустому месту, мог наступить, вообще как будто ее нет. Что еще хорошего произошло? Спит он лучше, уже не кричит по полночи. Стал больше понимать меня. Если я что-то его прошу, он может не сразу это сделать, но делает. Ну, не все, конечно, но что-то элементарное. Также он стал больше понимать обращенную речь. Стал отвечать мне что-то на своем языке. Если я его зову, а он в другой комнате, он что-то отвечает мне на своем языке тоже. То есть, ну, дает знать, что он в другой комнате. Также во время сеанса у меня перестала болеть голова. А до этого каждый день у меня были головные боли ужасные. Вот. Стало намного легче, самочувствие улучшилось. Спасибо большое Давиду и всей его команде. Здоровья вам всем. Спасибо.